Всем привет, ребят, с вами я, Экстра Экстрим. И сегодня мы с вами будем смотреть мои старые видеоролики, которые у меня были, ну, примерно год назад. Да. Давайте посмотрим, что изменилось. Так, комментарии были отключены. Не знаю почему. Всем привет, привет. Экстра Экстрим, и сегодня мы будем играть в Майнкрафт. Так. Окей. Кстати, ребятки, в тот момент, я просто мне вообще нравилось призывать Херобрина в Майнкрафте. Да, еще в тот момент я был еще таким и версия 1.18.21. Это та версия, которую я еще играл очень много раз с этой версией. Да. Ладно, давайте продолжать видео. И скин пропал у меня. И я не знаю, почему это. Да, скин у меня почему-то пропал. Ну ничего, сделал скин. Так что мы сейчас идем. Только почему-то создатель этого мода сделал, конечно же, багованного Херобрина, но я такого откопал. Надо было прыжок использовать, блин, а я в тот момент вообще слабо еще умел играть в PvP. И сейчас я, конечно, уже посильнее, я создавал меч на 10 урона. Так. Окей. Так, это я сделал, чтобы мне было полегче его выносить. Он какой-то был багнутый. Давай. Херобрин. Так. Да, уж 3 минуты я его уничтожал. Сейчас я вообще могу его за где-то за 5-1 секунду уничтожить. Ну, может, даже за маленькие-маленькие секунды его уничтожить на удар. Но в то время я еще не умел делать такие мечи. Да ты еще такой лохой. И, кстати, меч был с такого мода. Так. Ага. Так. Ну вот. Так, ну это, ребят, еще не конец. Я сейчас еще силу попробую. Пока. Так, ребятки, давайте посмотрим следующее мое видео. Ну, а следующее видео, конечно же, это было про Грэнни. Конечно же, да, я записывал. Это Грэнни, вроде бы Грэнни 2, да. В тот момент я в нее просто задротил. Я просто ее выносил вообще. Много раз ее проходил, очень много. Где-то 20 раз, может. Так, это я взял ключ тут. Давайте я перемотаю под конец, чтобы было интересно, что там было под конец. Так, под конец я был вот тут. Так. Так, ждем. Все, я прибежал. Так. Я нашел все предметы. Это, кстати, очень хорошо.
Угу. Да я даже сейчас не помню, как эту карту проходить. А, вот, все. Я уже поехал. Конец. Ну ладно, ребятки, думаю, вам понравилась эта реакция на мои старые ролики. Если это так, то, может, где-то через, наверное, года 2-3 я посмотрю еще какие-то старые свои ролики и буду уже ржать сильнее. Да уж. Ну, если вы наберете много лайков, то обязательно я засниму. Ну что ж, ребятки, с вами был я, Экстрим. Всем удачи, всем спасибо и всем пока!